Победитель выборов по сочинскому одномандатному округу номер 50 поблагодарил жителей округа за оказанное доверие и заявил, что теперь намерен сосредоточиться на выполнении своей предвыборной программы. Прежде всего, конечно, хочу воспользоваться случаем поблагодарить избирателей сочинского округа, сочинцев и белореченцев, обширотцев и граждан России, проживающих в Эстонии, которые оказались причислены к нашему избирательному округу. Хочу сказать им спасибо за ту впечатляющую поддержку, которую они мне оказали как кандидату «Единой России». После торжественной церемонии Константин Затулин встретился с коллегами и депутатами городского собрания Сочи. Народные избранники обсудили план совместных действий. Будем работать мы в тесном взаимодействии депутатов всех уровней, начиная от депутатов городского собрания, депутатов законодательного собрания края и депутатов Государственной Думы. Потому что те задачи, которые стоят перед городом Сочи, они очень много замыкаются на федеральные программы, на краевые программы. И здесь нам совместно очень много работы. Напомню, в единый день голосования за кандидата от партии «Единая Россия» Константина Затулина свои голоса отдали более 60% избирателей. Народный избранник оценил высокий уровень доверия сочинцев и в ближайшее время приступит к прямым обязанностям. Первое заседание депутатов Государственной Думы назначено на 5 октября. Инга Габиши, телекомпания ФКТ.